Министр образования и науки Шахабаз Шахов встретился с жителями Сергокалинского района. В здании администрации он провел прием граждан. Было подано 6 заявок для обращения по личным вопросам. Практически все вопросы сергокалинцев касались сферы образования. В районе 5 школ в аварийном состоянии. В процессе обсуждения проблемы с жителями, с руководством Сергокалинского района Шахабаз Шахов предложил использовать возможности государственного и частного партнерства. К сожалению, десятки лет, видимо, эти проблемы не решались или, так скажем, не было должного внимания. Выход есть, не ждать, пока будут средства у муниципалитета, пока будут средства у правительства, или будем ждать помощи от федерального уровня. Я думаю, эта помощь всегда была, есть и будет. Но решить проблему сегодня нужно совместно с участием и коллективов, образовательных учреждений, муниципалитетов, министерств, в том числе образования. После приема граждан министр встретился с директорами школ. Основные темы встречи – прозрачное проведение единого государственного экзамена и нехватка педагогических кадров по иностранным языкам. Шахабаз Шахов отметил, что уже ведутся переговоры с высшими учебными заведениями по целевой подготовке кадров для школ, испытывающих нехватку учителей по иностранным языкам.